Более 25 тысяч жителей и гостей Самары посетили праздничный концерт на площади Куйбышева, приуроченный ко дню города. Для них выступили местные музыкальные команды Chess People, Волны, Fruit Box, а также коллектив «Моя Мишель» и хедлайнер группа B2. Концерт стартовал в 18:00 и продолжался до половины 11 вечера. Музыканты B2 привезли в Самару шоу «Горизонт событий». Его основу лег их 10-й юбилейный альбом. Впрочем, группа исполнила и лучшие хиты разных лет. Выступление сопровождалось уникальными световыми и видеоэффектами. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что в городе такие энергичные, талантливые, такие разные, но такие любящие свой город люди.